Всем привет! С вами канал Артмания. И приехали мы в гости. Видели вы, наверное, дорогу, как мы ехали. Приехали в гости. Вот такой здесь. Это баня, домик. Здесь вот дерево такое. Вы, кстати, уже видели в одном влоге. Мы в магазин с мамой ездили в Аглос. Такой вот он очень симпатичный. Еще будут фотографии в конце ролика. Я уже немножко нафоткала. Роза. Какая роза, посмотрите. Как настоящая. Бабуля там на заднем фоне. Не может не покричать. Здесь какой-то цветочек. Там роза вот тут вот. Я сфотографировалась уже с ней. Маки, розовые маки. Розовые маки, представляете? Розовые. Вот. Здесь печка. Барбекю, там все делают. Виноград. Тут вот дом такой классный. Строится уже он года 3-4-5, наверное, давно уже. Тут, кстати, вот растение есть какое-то необычное. С такими пальчиками. Как это оно называется? Не знаешь? Знаю. Знаешь? Называется. Какие-то прям пальчики у него такие. Какая-нибудь драцента или что-нибудь? Не? Простое название. Простое? Смотрите, какая. Название напишите в комментариях, если кто знает. Красивый такой кустик. Здесь сад. Здесь это в деревне все это находится. С этой стороны навозом запах приходит. С этой стороны розы. Пионы вон там, солнышко тянутся. Тут розы. Красивая какая роза. Тоже будет фотография. В конце ролика на это, на все. Красивая, посмотрите, какая. Офигеть. Еще в инстаграме будут фотографии роз. Здесь вот клумб, не клумбочки, а грядки. Не как у соседей вот наших, а деревянными. Гораздо, кстати, красивее смотрится, когда грядки вот так вот деревом, а не какой-то там белой пластмассой сделаны. Соседи. Соседи, кстати, собака Алабай гавкает. Не записала, но она прям облаяла у нас. Там помидорки растут. Здесь большая грядка, смотрите, какая. Малина там, по-моему. Забор. Здесь розы. Просто шикарные розы. Как в детстве мы рисовали многолепестковые розы. И розы, а цветочки. Лист распускается. Там все бегают. Тоже будет. Сейчас я тоже сфоткаю все это. Немножко угол мешает дома. Здесь уже забор начали строить. Выезда два. На ту и на эту сторону. А, здесь нет. Тут песочница. Все еще строится. Большой дом постепенно. Не все сразу. Тут машина будет ставиться. Гараж.
Там вот воды проточные. Постоянно затапливается. Постоянно затапливается все. Вот этим здесь плохо. Внутри еще ничего нету. Здесь инструменты, горшки. Ветерок, кстати, в сутах вообще классно. Вот такая у нас была с вами прогулка в гости. Мне нравится больше всего вот это вот. А наверху будет балкончик. Цветы будут свисать. Ну, часть дома вот эта мне очень-очень нравится. Так выглядит дом. Там цветы можно посадить. И, конечно же, вид красивый в сад. Хотя, честно, для меня немножечко он маловатый сад. Наверное, я еще чуть побольше участок купила. И прям гигантский. Тут другие домики. Ну, вот так вот. Приехали с магазина. Вот так мы возим каждый раз бутылки с водой. Воды нет питьевой. Еще полная сумка продуктов. Дима тут помылся. Продукты 1000 на 2 почти набрали. Все необходимое. Вот, воду там купили 5 бутылок и набрали у Сережи. Квас еще купила себе. Беги, беги давай туда. Ой, ой. Беги, 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 беги. Беги, Дима, беги. Как Дима бегает? Беги, 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 беги. Беги, беги. Ползешь? Давай, ползи оттуда, Дим. Ползи, тараканчик. Как Дима ползает? Не пойдешь? Дима. Дима маме крем дает. Дима, давай. На ножку мне намажь крем. Ты мазал только что? Ой-ой-ой. Ой, спасибо, сыненька. Спасибо. Дай еще крема. Еще крем. Положи мне на ножку. Положи, положи. Положи на ножку крем. Не хочешь? Стульчик намазал, да? Ой, ой, какой сладкий мальчик. Ты еще и стульчик намазал кремом, да? Давай мне на ручку, давай крем. Не дашь? Дашь? Ой, на пальчик мне спасибо. Ой, намазал, намазал руки. Ой, спасибо, сына. Ты такой у меня добрый. Сейчас маме еще мазал своей ручкой ножку, да? Сына. Такой добрый мальчик. Спасибо.